Привет, стримаши. Сейчас я расскажу, как можно сохранять свои фото, видео. Ну, в основном видео много места занимают, фотографии легко хранятся, а видео огромный размер занимает. Даже на приличного размера дисков HDD, ну SDD пока маловатые, конечно, по размеру. В общем, что нужно делать? Ну, можно делать. В Google загружать в Google фото. Туда фото и видео. Если выбирать неограниченное количество кадров, то он будет ужимать до 1080 строк. Это, в общем-то, нормально. И все это сохранится. Если нужно разрешение выше, тогда уже сложнее это все делать, там место ограничено. Но в основном всем хватает вот этого разрешения. То есть есть видео, например, на телефоне, позаписывали вы 10 гигабайт. Копируете в Google фото, все сохраняется. Так еще можно делать копию на диске HDD, SDD, как нравится. То есть у вас получается в двух местах, в Google фото и в оригинале хранится на HDD диске. Ну, еще, если большую безопасность хотите, то два HDD диска, мало ли один сломается, то есть у вас останется локальная копия. Или RAID массив, кому не лень, можно сделать на компьютере автоматически. Скопировалось на 2. И на YouTube вы выкладываете свой ролик. Ну, кому нужно выкладывать. YouTube разрешение дает любое вставить. То есть вы 4К можете ролик загрузить. Он будет 4К на YouTube. Но если YouTube заблокирует ваш канал, то видео все потеряются, ютубовские, но они останутся в Google фото в чуть меньшем разрешении. Если, например, 4К, то 1080, они останутся. Google фото никто не трогает. И все, можете вы открывать другой канал ютубовский и туда все перетаскивать с Google фото, там все копируется, можно скопировать на компьютер и дальше туда, или может быть даже как-то между Google фотосками перетащить. Можно из Google фото импортировать напрямую в YouTube ролик, вот, и никогда ничего не потеряется, по сути. Потому что я смотрел, у многих закрывают каналы, кто критикой занимается, государство, и люди теряют. Семен Скрипецкий, я думаю, еще многие-многие люди с этим столкнутся. Много сил тратится на создание любого ролика, даже минутного, зачем это все потом терять. И у него просто был, как он говорил, канал ютубовский, его заблокировали, и все, он не успел скопировать. Естественно, люди все забывают. Это можно скачать с ютуба, у тебя же там несколько нарушений, там три нарушения, три страйка, и ты можешь... Ну, после третьего, наверное, у меня не было третьего, наверное, ты не видишь вообще панель, у меня был 1-2, и ты, ну, ты видео видишь, ты можешь скачать. Но на самом деле, изначально, как я писал, надо делать... И все прекрасно сохранится. Локальная копия тоже не помешает. Чисто на интернет. Тоже не стоит надеяться. Ну, для безопасности можно диск один там в одном месте положить, другой в другой, в другом. Или зашифровать диск локальный. Если хотите доступ, чтобы кто-то получал диск, просто шифровать и все. Бесплатной программкой. Конкретно я не показываю, потому что это, ну, это там пару кнопок нажать.
Google фото, если есть Google ящик, то просто в Google фото переходите, туда грузите, на YouTube грузите. Там две кнопки нажимать, никто не запутается, я думаю. И еще на Windows можно поставить программку Google Диск в папочку. Пихаешь, все удобнее, чем просто пихать. Пихая в папочку, кладешь видеофайл, например, и он сам его тащит в Google Диск и Google Фото. Ну, туда-сюда, это одно и то же. Вот. И он там сохраняется автоматически, просто в папочку, не нужно даже через браузер грузить. Там вполне удобно видно, как он загрузил. Иногда подвисает эта программка Google Диск, но надо перезагрузиться, либо ее открыть-закрыть. Периодически это у меня происходило, а так работает отлично. Можно несколько, кстати, ящиков добавлять. Например, там рабочие свои раскидать видео. Вот. На YouTube вообще не стоит надеяться, что он там потеряет, не потеряет, заблокирует, потом жаловаться, потом людям жаловаться, рассказывать. YouTube будет всегда вредить. И какие-то на самом деле преступления он будет покрывать, а какой-то невинный ролик с критикой чиновников или государства он будет блокировать. Тут ничего с ним не поделать. Такая у него двойная политика. Надо просто вот со своей стороны предпринимать определенные шаги. На этом все. Пока, стримаши. Подписывайтесь, ставьте уведомления. Не теряйте свои великие творения.